собственно, продолжаем и начинаем мы со скита. Я действительно не могу поверить, что они серьезно держат монстров в качестве домашних животных. Да, Аджул действительно странное место. Ну, я бы предпочел какое-нибудь миленькое домашнее животное, как, например, там, ну, не знаю, собачку или типа того. О, так, Джуд, ты больше по собакам, значит, да? Я тоже, кстати говоря. Я тоже. С ними веселее. Ой-ой, Эй-эй-эй. Кошки всегда лучше собак. В любой день. Вы просто... эмоционально нуждающиеся в... Короче, вы тип любителей собак, что эмоционально нуждается в них. Но в настоящее время это владельцам котов. Владельцы котов являются нуждающиеся в чем-нибудь успокоения эмоций. В наше время многие надевают поддельные кошачьи ушки и хвост и говорят «мяу» после каждого слова. Абсолютное смехотворство. А ты вообще кто такой, а? Откуда это вообще? Истинные любители кошек восхищаются кошками за их независимость. А что насчет тебя, Элис? Что думаешь о кошках? Я всегда хотела иметь розовую свинью. Я думала, что ты типа любишь. Мила, какое твое самое любимое животное? Моя? Ну, я думала, что ты уже к этому моменту знаешь, кто является моим любимым животным. Это вы, люди, конечно же. Она их тут сделала всех. Да. Это хорошо, это хорошо. Ну а, ну да, в каком-то смысле, учитывая, что она дух. Мы домашний скот. Мы домашние животные для духов, душных созданий и так далее. А у типа кто любимое животное? Типа. Так, тут у нас сайт-квест. Не, потом ими займемся, может быть. Не сейчас. Ой! Так, что-то я не туда пошел. Чего-то мне казалось, а казалось, что этот старик как раз приводит куда нужно. Окей. Блин, обожаю эту игру. Пока-то. Точнее, правильнее будет, обожаю этих персонажей. Надо все-таки Tales of Vesperia когда-нибудь обязательно тоже пройти, потому что, блин, ну... ГГ там такой тролль, вам понравится.
Такого ГГ, к сожалению, вообще редко встретишь в каких-нибудь нормальных произведениях. Обычно всякие джудо-подобные. А таких пофигистов, которые клали на все, довольно редко все-таки встретишь. Так, блин, где сраная арена? Northwest. Пошли в Колизей. А где этот Колизей, сраный? Сказали пройти через реку и как бы Колизей, если так посмотреть, вон он там наверху видно, как вот до него добраться. А здесь можно спросить дорогу. Эй, девочка, эй, ребят, что такое, я могу разговаривать с лошадками, как, например, вот эта лошадь говорит: я хочу морковку. Я не заметил. А, вот он. То есть я помню, что что-то с лодкой связано, но та вообще была не той. Да, вот это в Колизей. Так, что, все? Приехали? Ну что ж, посмотрим, на что вы способны. Вы будете сражаться с монстрами из нашего клана. Но будьте все равно осторожны. Пусть это и тренировка. Несчастные случаи бывают. И не сдерживайтесь. Поговорите со мной снова, когда все... когда вы будете готовы к бою. Окей. Да я готов. Давайте я сохранюсь на всякий случай. Я вот не помню, скажем так, камео из концовка на арене в этой части или во второй. Ладно. Хотя, нет, стоп, тут не тут. Нет, тут, не тут. Так, вы готовы? Конечно. Тогда сюда. Воу! Так вот, значит, каковы арены. Может, ты слишком удивляешься, Лей? Блин, да ладно тебе, ты же мужик. Разве ты не чувствуешь этот... скажем так... Ну, короче, этот экстаз внутри себя. Нет, конечно же. Кстати говоря, как там твои раны? Нормально все? А?
Да. Мао, хэки даю. Конна сёкё ни наттара, наоразару оэнай дэшо. Да не беспокойся, все нормально. Теперь, когда мы занимаемся с этим делом, мои раны... хотят или нет исцеляться. Соро-соро хачимеё то мога. Ика. Ну что ж, думаю, пожалуй, настало время начать. Вы готовы? Хачимете куре. Да, давай начнем. Соро-жа, ваташитачи ва кяксеки де мисасете морау ё. Хорошо, тогда мы будем наблюдать за вами. Прикрою, если что. Выпускайте монстров. Оп-оп-оп-оп. Они упоролись? Неплохо, неплохо, неплохо. Это было реально неплохо. Хоть я это видел миллиард раз, но все равно неплохо. Мы беспокоились, что придется прийти вам на помощь. Но, похоже, это не было обязательно. Конечно же нет! Просим прощения, мы недооценили вас. А, тебя. Только меня? Дарега митатте содая, на. Тебе все недооценивают, да? Блин, пожалуйста, не нужно издеваться над моим другом. Гомен, гомен. Извини, извини. Дага, соре даке кибиши татакай нанда. Однако завтрашний турнир будет более тяжелым. Кацте ва бузоку кан но юрецу о кимеру тамени. Айте о коросу маде татакатте ита тайкай да. Давным-давно сражения были до смерти, чтобы определить... Это, нет, это был единственный путь, чтобы определить правителя клана. Но, к счастью, теперь все изменилось. Нынешний король изменил правила. Король Аджурла, настоящий принц. В любом случае, настоящая проверка начнется завтра. Я приготовил вам комнаты в гостинице. Отдохните хорошенько. Кто ж построил Кэдзюдзеев в небесах? Но для того, чтобы удостовериться в победе, давным-давно проигравшего, короче, сталкивали из Колизея ногой со словами «Это Аджур!» Или типа того. Я вижу, тут все... очень возбуждены по поводу турнира. Джудо-сан, а разве тебе не нравится конкуренция, состязание? Но у меня ничего против этого нету. Ну, короче, я не особо люблю такого. Думаю, это не особо по-мужски, да? Да, но это же кими расиса, даро. Расиса то ва косэ да. Но я не считаю это плохим качеством.
Это определенно определяет, кто, кем ты являешься. Отокурашиса, оннарашиса га жуйо нара, секай нива втацу но косей шика най кото натта шима. Мир гораздо более интереснее, когда люди, короче, отличаются друг от друга. Да, точно. Да, точно. А, бункатекини ва кёми ару на ё. Но не поймите меня неправильно. Коно тайкай но юрай тте Азюру но лекси то канке ару нжанай кана? Короче, все это имеет важное значение для истории Аджура, верно? Аджуру ва докужи но чикара е но синкоу то нагай бузоку косоу но лекси га аримас. У кланов Аджула имеет в истории написано о многих продолжительных конфликтах, а также об почитании для определенных сильных людей. И цель турниров может быть один из способов объединения кланов под общую веру, убеждение. Давайте будем надеяться, что это вера свяжет их вместе, вместо того, чтобы вызвать более большую суматоху. Так. Значит, нам нужно в гостиницу, да, поспать. Перед турниром. И дождаться следующего дня. Вильдем, ты его сам случайно нажал, или он сам перезагрузился? Как бы, если это ты сделал, то сам враг, сам виноват. А если он сам вырубился, то... Долгий. Это прямо мне напомнило о тех далеких временах, когда ты что-то делал за компом и свет отрубали. Сам. А, ну тогда сам рак. Тогда ладно. Блин. Так. Выглядите готовыми к бою. Сегодняшняя программа будет очень большой. Потому что организаторы турнира решили провести все сражения в один день. В один день? Звучит тяжело. Ну, узнаем, сколько оппонентов... Стоп, нет. Мы узнаем, насколько тяжело будет сегодня, когда узнаем, сколько оппонентов будет сегодня. Ну, когда вы услышите звуки колоколов, приходите сразу же на арену. Турнир начнется. Ладно, будем ждать вас на арене тогда.
さて、時間ができたみたいだけど、どうする？ Хорошо. У нас есть кое-какое время до турнира. Чем займемся? 私は広場を見てくる。少し気になるのでな。Я пойду на площадь, осматриваюсь. У меня почему-то какое-то странное предчувствие. А, 私も行く。Ой, я тоже с тобой. 緊張するだけだし。А то, если буду сидеть тут, с ума сойду. Хорошо. Тогда я тоже пойду. 僕は… А я… Джудо-кун, пошли прогуляемся. Я хочу осмотреть город. Элизе ва мачи ни миобой га арун датта не. Элизе, ты говорила, что это место кажется тебе знакомым, верно? Дева, ватоши ва Элизе-сан то икимашо. Джудо-сан мо доу деска? Ладно, тогда я составлю компанию Элизе-сан. А вы составите нам? Хм? Да? Сосарио. Почему бы и нет? Сорежа, кане га наттара, тоги-жоу-е чокко тте кото де. Хорошо, тогда встретимся на арене, когда услышим колокола. Так, короче, все, решил. Пора сделать себе дочь. Ниблер, а это что такое? Если это то, что я думаю, то окей. Солар, ну и что? Не обязательно на все это обращать внимание. Смотреть город. Ну, давайте, ребята, смотрим город. Слушай, а действительно неплохо. Ну, Сейгер, к сожалению, пока что целей для создания таких важных... для создания дочери с этим довольно проблематично. Как бы есть пару людей на примете, но... Я не уверен, что они достойны этого. Слишком большой риск. Но у Фумы там же есть всякая фигня, которая может дать тебе больше гарантии. Но да, риск всегда есть. Но что поделать? Ну, что-нибудь вспомнила? Я тоже ничего. Так, сейчас, секунду верну. Вот, Сейгер, вот с этим, к сожалению, вообще никаких проблем. Реально. Ты бы знал, сколько их сидят и ждут. Ну, кто-нибудь возьмите меня. Просто проблема в том, что... Фей, ну нафиг. Особенно учитывая мою позицию, как бы... Как бы тянку я это не буду брать себе отсюда, а с родины. Там они все мечтают побыстрее свалить с этой дерьма. Их готовы на все. Кстати говоря, а как долго ты был вместе с Элизой, типа? Я не помню, но я точно знаю, что я был с Элизой с лаборатории еще. С лаборатории? Сейгер, да, там очень плохо.
один из людей, что там был, дал мне типу. Роуэн, ты что-нибудь об этом знаешь? Ребят, лаборатория, ла-ля, разговаривающая игрушка. Я думаю, вы все поняли. Бедная. Роуэн, а почему ты чешешь свою бороду? Чешется, что ли? Нет, это просто расслабляет и помогает сфокусироваться. А ты не хочешь попробовать, типа, или кто-нибудь из вас? Это... А как бы я, ну, кажусь. Да ладно, не стесняйся. Ты не узнаешь, пока не попробуешь. Или ты боишься, что я тебя укушу? Сука. Элизе, доста? Хигега кимочи варукатта? Ой, ладно, извиняюсь. Просто, ну, блин. Элиза, что такое? Укаши десу не. Тейре ва окутатте ва имасен но. О, как странно. Я надеюсь, я вас не... Не обидел ничем. Не подавил, короче. Не вогнал в депрессию, забыл правильное слово. Эй, Элиза, Элиза, Элиза. Что такое, Элиза, эй? Отосан. Папа. Отосан? Папа. Элиза на отосан нимо. Хиге га атта но? Элиза, ты что, вспомнила что-нибудь насчет своего отца? Папу и маму, мне не хватает. Колокола. Элизе-сан, гоказоку на доку ни ирка омойдашта но деска? Элизе-сан, где находится твоя семья? Вы этого помните? Может быть, кто-нибудь в городе вспомнит вас, Элиза-сан? Если вы желаете, мы можем оставить турнир на Милу и остальных. И пойдем поищем ответ в городе. Все нормально, я хочу остаться вместе со своими друзьями. И не забывай, Эли, что я тоже твой друг. Где, куда ты пойдешь, туда и я. Типа, спасибо. Ладно, тогда пошли на арену. Ну что, ты готова к сражению, Элиза? Да, я постараюсь. Бедняжка. Вот он я. Давай, иди ко мне. На вот такие моменты, наверное, один из самых слабых частей для меня. Так. Вильден, да ладно, ты должен радоваться, что все нормально. Так, сейвимся и погнали. Yes.
Маттейтайо. Заждались мы вас. Онакама ва суде ни китейру ва. Ваши друзья уже ждут вас тут. Чудо, ките. Чуд, знаешь? Юрген-сан те Исура-сан на коньякса даттан да йо. Юрген и Иса на самом деле знают друг друга. Ничего себе. Даже больше, они пара. Что, правда? А когда свадьба? Ой, да, прекратите вы. Нам еще много до этого. И знаешь что? Исла-сан, оказывается, заботится о маме Алвина. Какой же тесный мир тесен все-таки. Заботиться о маме Алвина? Симпай ва муйо да йо, ютосе. Не нужно беспокоиться о ней. Сочира ва доу датта? Элиза ну кото ва нанико вакатта ну ка? А что насчет вас? Узнали что-нибудь насчет Элиз? Немного. Она, похоже, вспомнила что-нибудь, что-то о своей маме, о своих родителях, короче. Однако недостаточно для того, чтобы за что-нибудь ухватиться. Понятно. Сате, соро-соро хаджимарзо. Хорошо. Ладно, мы должны уже начинать. Направьтесь к ресепшену, как только будет готово. К стойке. Мы рассчитываем на вас. Удачи вам! Да, погнали. Надерем всем сейчас задницу там. Да. И наши следующие воины, это чемпионы клана Китара. Ого, сколько людей. И посмотри, сколько народу. Ты не сможешь выложиться на все сто, если будешь нервничать. Так что расслабься, Джуд. Да. Они единственные участники, которые не могут контролировать монстров. Их навыки являются скрыты за завесой тайной. Это будет или короткая битва, или очень интересная. Мамоно? Монстра? Собственно, вот их противники. Хорошо, погнали. Ну, погнали. Уничтожим призывателя для начала. Готово. Следующее. Ну что ж, настало время нашего следующего сражения, матча.
схватке. Молодец, он. Следующий. Да, погнали. Да блин, что за... Готово. Все, уже спать? А сейчас закончим вот тут и дойдем до сейва. А вот и они, дамы и господа. Наши победители, что проложили себе путь в финал из клана Кинтарау. Окей, круто. Ура, мы сделали! Мы действительно выиграли. Да, нелегко было. Ой, да ладно, пустяки это все. Нет, должен возразить. Это было достаточно тяжело. Алвин Кун у нас тот еще лжец, да, Элли? Да, лжец, Дес. Эй, вы! Определенно, моя сила стала... выросла. Я должна теперь быть готова. Ура! Вы прекрасно сражались. Финал начнется сразу после обеда. Другие участники тоже будут присутствовать на обеде, так что... Что там? Ладно. Да, буду тоже присутствовать, так что не ожидайте хорошей компании. Ну, в любом случае, вам что-нибудь съесть не помешало бы. Что такое с Милой? Ну, Фумо, не скажу, потому что это спойлер. Были две близняшки в Висперии, ладно. Вот я вспомнил. Если мне память не изменяет, то да-да, две близняшки в Висперии есть. И, по-моему, в Абис. Хотя нет, да, уже не, насчет Абис не уверен. И Ксилия, ладно, помолчу пока что. Что, думаешь о противников в финальном сражении? Да, это как бы...
задумался о том, что будешь делать, если ты встретишь миленькую воительницу твоего типа, да? Да при чем тут ты это вообще? Я здесь, чтобы драться, а не девушек цеплять. Хороший у нас смех. Мама. Так, ладно, ладно. Соре ни штемо кешшоука. Понтони кокомаде корэру то на. Честно говоря, я даже не думал, что вы сможете дойти до... до финала. А разве мы не говорили, что мы выиграем, а? Сумарай. Извиняюсь. Са, табео. Ну, ешьте. Вам нужно достаточно сил для финального сражения. Юргенс, тайхенда. Юргенс, тут у нас чрезвычайная ситуация. Нани? Достано? Ну, что такое? Коломайно раксики. Мы узнали, что упавший камень был несчастным случаем. Были найдены следы... Ну что, кто-то киркой там поработал. Что? А не трогайте еду! А? А почему? Ну, ребят, оппонентов больше нет. Что? Что случилось? Игра престолов пошла. Ты не почувствовал этот запах? Да, я знаю. Без сомнения, это он. Это был яд, что был растворен в жидкости. Серьезно? Почему кто-то это сделал? Неужели наши соперники это сделали, потому что так отчаянно хотят победить? Нет, это не они. Есть только определенные люди, которые могли бы пойти на такое, на такую подлость. Подожди, Ал. Ушел. Что происходит? Почему это случилось? Все же было так хорошо. Эй, Джуд. Мира. Мила. Осраку, коно джиген но сибоша ва арюку но. Короче... Ладно, я тут использую английский термин. Exodus стоит за всем этим. Или Арукунова. Это организация, что пыталась убить меня. Пытается убить меня уже какое-то время. Постой. Так ты хочешь сказать, то отравление только что? Мне действительно очень жаль, что те люди умерли вместо меня. Оно было для меня тогда. Неужели? Они решили убить всех в одной комнате только для того, чтобы убить тебя? Да.
Однако они никогда не заходили так далеко, как они зашли в этот раз. Но почему? Потому что я уничтожила их орудия джин. Это было еще 20 лет назад, когда они впервые начали использовать его. Многовато времени. Джинто томони сцгенте. Соре за крюсник но яри ни мо. Джин, ты сказала? Постой, это связано с копьем крышника? Джин о цкатте ру аре ни мо. Арку ноа га канке шите ру но. Оружие, что использует джин. Это означает, что арк ноа с этим как-то связано? Какшоу ва най. Га аре но дедокоро ва арку ноа да то кангайте иру. Да, я подозреваю, что копье изначально было сделано Арукноа. Но нет доказательств. Однако не так легко найти их людей. Потому что они хорошо смешиваются с обычными людьми. До тех пор я смогла с ними сталкиваться только в тот момент, когда они использовали джин. Тем самым поглощая духов. Поглощали духов? То есть убивали их? Каждый раз, когда джин использует свои навыки, это приводит духа, связанного с этим... с этим навыком, с этим джин, через этот джин, приводит к смерти. Духи и люди не могут без, друг без друга. Вы используете их силу, а они питаются вашей маной из гейта. Поначалу, но джин кажется нечто... Кажется, что как будто какая-то мечта исполнилась наконец-то. На самом деле... Он уничтожает равновесие полностью. До тех пор, пока джин существует, ни люди, ни духи не смогут жить в мире. Это все для меня такая новость. Я прямо чувствую себя глупцом. Ну, само собой, вы не могли знать об этом, поскольку это были лишь моими проблемами, неприятностями, и я не хотела, чтобы кто-нибудь о них узнавал. Так значит, Мила все это время сражалась за нас? Да, она боролась в одиночку, ради мира и ради нас. Да, но это было до недавних пор. Сейчас я потерял все свои силы. У меня нету больше четырех великих. И я вовлекла еще люди в своей битве, в своем сражении. Извините. А... Юрген-сан, то на его стата? Юрген-сан, как там все? Ано баде таскатта ну ва... Ваташи тачи даке датта йо. Выжили только мы. Ато... Кэшшо ва асатте икоу ни мочкоши ни натта. Ааа...
Само собой, финал сейчас невозможно провести, поэтому он был... Ну, короче, он будет через два дня. Примерно. Они его не отменили? Этот турнир, конечно, вызвал у всех боязнь, скажем так. Но из-за того, что он так редко происходит, не могут его отменить. Есть какие-нибудь признаки Алуина? Нет. Понятно. Ладно, тогда передайте новость. Я вернусь, как узнаю детали решения. Вы не думаете, что нам стоит бросить турнир? А как бы... Я тоже так думаю. Ну, мы все довольно уставшие, поэтому давайте на сегодня закончим все и отдохнем и подумаем. Да, хорошая идея. Есть что-нибудь? Нет. Мира, доко ни чаттандаро? Мила, куда же она пропала? Джуньюин но ханаши да то, аса хаяку ни хитори де дете итта соу дес. Но один стражник сказал, что увидел, как она покинула здание ранним утром. Кино но ёсу жа, хитори де мча ва шинай то моу кедо. Я сомневаюсь, что она занимается чем-то опасным. Ну, как минимум, после того, что она сказала нам вчера. Да, но... Надеюсь, с Милой все хорошо. Да, я тоже беспокоюсь. Ну ладно, что там с Милой и что будет дальше с турниром и так далее, узнаете на следующей неделе. А на этом на сегодня все. Продолжение следует.